Всем привет! Сегодня делаем салат из булгура. Турецкий салат кесыр называется. Значит, для этого нам нужен булгур. Булгур берем совсем мелкий, который не надо варить, а просто вот оно должно набухнуть в горячей воде. Томатная паста приблизительно 2 столовые ложки, может быть 3. Помидоры, огурцы, лимон, вернее лимонный сок. Помидоры, огурцы регулируем, как вам больше-меньше нравится. Зеленый лук, зелень. У меня кинза и пару веточек петрушки. Можете сделать все из петрушки. Какая любимая зелень, из той и сделайте. Черный перец, подсолнечное масло, салат. Такой вот у меня. Можно и без него. Соль. Значит, для начала нам нужно булгур залить кипятком. Чуть-чуть посолю, чтобы она не была пресной. Кипяток берем на 1 стакан булгура, 2 стакана. Закрываем плотно крышкой, оставляем набухать на 20 минут. Пока набухает булгур, нам нужно все это нарезать. Так, прошло у нас 20 минут. Булгур, как видите, уже весь набух, мягкий. Нарезала пока огурцы. Такими вот мелкими кубиками помидоры. Процесс не стала показывать. Думаю, все мы знаем, как нарезать. Здесь вот зеленый лук, зелень и чуть-чуть стручкового перца я добавила. Это уже по желанию. Пока выжала вот половину лимона, буду смотреть. Если будет мало, потом добавлю. В общем, начнем. Для начала нам нужно томатную пасту. Разбавить подсолнечным маслом. Я делаю на глаз. Ну, сейчас постараюсь вам приблизительно показать. Раз, два, три. Ну, пока 3 хватит, я думаю. На 3 столовые ложки томатной пасты. Сюда же добавляем лимон. Вернее, лимонный сок. Хорошенько все перемешиваем. Ну, добавлю еще масло чуть-чуть. 3, значит, получается 4-5 столовых ложек пока. Смотрим потом в конце по как бы сочности салата. Если будет суховато, можно добавить. Если нет стручкового перца, можно заменить красным молотым, если что. Значит, сюда добавляем наш булгур. Хорошенько перемешиваем. Сюда же молотый черный перец.
Добавляем нашу зеленушку. Огурцы. Помидоры. Чуть-чуть еще соли. Все перемешиваем. На самом деле это очень вкусный салат и очень-очень полезный, кстати. Все свежее, ничего вареного, жареного. Хорошенечко все перемешиваем. Проверяем на соль, на специи. Соли чуть-чуть не хватает мне. Соли и красного перца я чуть-чуть добавлю. Потому что этот салат должен быть острый. Дальше переложу в такую эмалированную посуду. Нам надо немножко подержать в холодильнике, чтобы он настоялся, все вкусы перемешались. И будет еще вкуснее. А салат можно и внутрь добавлять, но я не буду внутрь добавлять. Я буду так под салат нарежу. Либо можно целиком класть. Все, кладу в холодильник хотя бы на часик. Так, сегодня у нас гости. Накрываем на стол. Кстати, вот эти хачапури, которые я заморозила, поставила размораживаться, сейчас буду их жарить. Как делала эти хачапури, я уже, вернее, засняла, выложу скоро. Вот такая красота у нас получается. Вкусно и полезно. Надеюсь, вам все понравилось. У меня все. Пока-пока.